Ленинская районная города Брест, организация республиканского общественного объединения «Белая Русь» была создана немногим более 8 лет назад. Однако за эти годы смогла не только заявить о себе, но и стать постоянным участником, а порой и организатором знаковых и значимых мероприятий в городе, области и стране. А главное, все это делается людьми и для людей. С самого начала председателем Ленинской районной организации был Виктор Валюшицкий. И работу свою, по отзывам коллег, всегда выполнял на самом высоком уровне. Однако в силу обстоятельств Виктор Иванович больше не может находиться у руля. В настоящее время он чаще бывает в столице, выполняет обязанности депутата Палаты представителей Национального собрания. А потому попросил снять с себя полномочия. Участники мероприятия такое решение поддержали, хотя и признавались, что сделать это было непросто. Очень слаженной была работа все эти годы. Позвольте, я выражу свое мнение, мнение областной организации, руководства, республиканского руководства общественного объединения «Белая Русь». Я думаю, что и ваше мнение я выражу тоже, поблагодарив от всей души уважаемого Виктора Ивановича за ту работу, которую он выполнил, принял на себя, выдержал на протяжении вот этого периода, когда он возглавлял вашу районную организацию. Поэтому огромное спасибо вам и, уважаемый Виктор Иванович, жму вашу руку, преклоняюсь перед вами и благодарю от всего коллектива. В ходе мероприятия Виктору Валюшицкому была вручена грамота администрации Ленинского района. Однако это совсем не подведение общего итога работы Виктора Ивановича в Белой Руси. Расставаться с уже ставшей родной структурой он не планирует. Продолжит работать и в будущем, просто не в должности руководителя. Работа эта продолжается, но в силу сложившихся обстоятельств я из Минска, очень сложно, так сказать, мне быть в гуще всех этих событий, поэтому сегодня избран профессионал, достойный человек. Мы остаемся в организации и опыт свой будем передавать и где-то будем упреждать какие-то возможные там недоработки или ошибки. Лучше, чтобы их не было. Вторая часть собрания – выборы председателя. На общее голосование была вынесена кандидатура Валентины Пух, директора Брестского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта». Большинством голосов Валентина Николаевна была избрана на должность. Успехов в труде новому руководителю пожелали участники мероприятия. Валентина Пух, в свою очередь, заверила, что сделает все от нее зависящее, чтобы районная Белая Русь продолжила курс укрепления и развития. Уже очень много сделано и, в принципе, выработаны свои уже традиции, есть свои направления деятельности, и стоят перед организацией определенные задачи. Но сегодня выборы прошли в такой ответственный период, мы готовимся к выборам, и однозначно, конечно, Белая Русь всегда принимала участие в предвыборной кампании, и это не будет исключением, несмотря на то, что сегодня прошли перевыборы, мы в тех же рамках, в тех направлениях будем продолжать эту работу. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.